А вы знаете, что такое счастье? Давайте в него окунемся. Давайте. Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас. Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди. Омар Хайям. Сегодня кто-то продавал на перекрестке счастья. Она лежала среди крючков и старых ярких платьев, среди усталых пыльных книг, среди кисточек и мела. Оно лежало и на всех неверяще смотрело. Народ шел мимо, редко кто вдруг подходил к прилавку купить брошюру, календарь, иголку, нить, булавку. И равнодушный взгляд скользил по глупой мелочевке. А счастье так просилось в дом, так робко и неловко, моляще поднимала взгляд, едва-едва пищала. Но кто-то мимо проходил, и счастье замирало. Темнело, я брела домой, в карманах грея руки. Торговец собирал товар, чуть напевал со скуки. Я бы прошла, но вдруг задел молящий и печальный, беспомощный несчастный взгляд, как будто вздох прощальный. Я подошла, а за стеклом пластмассовой витрины комочек маленький дрожал от горя и обиды. Комок устал, хотел тепло, замерз на этой стуже, но, к сожалению, комок был никому не нужен. И сколько стоит? Голос мой дрожал от напряжения. Что? Это, добери, оно от немучения. Я бережно взяла комок, груди его прижала, закутав складочки пальто, домой почти бежала. Бежала греть, скорей, в тепло с морозных улиц, и даже блики фонарей как будто улыбнулись. И улыбался белый снег, и небо. Мир смеялся, нашелся все же человек, что счастьем не кидался. Я принесла комочек в дом, и стало вдруг понятно, что никому его не дам и не верну обратно. Счастье умным со временем стало, посещать всех подряд перестало. Обижали его очень сильно, часто сватали просто насильно. Без любви и согласия женили, исполнять их капризы просили. Птицей стать оно захотело и в чужие края улетело. Ходят люди теперь вереницей, зло закрыло их души в темнице. Не дают доброте возродиться, счастье только ночами им снится. Так бездарно они проживают и судьбу за нелепость ругают. Нет бы взять и мозгами раскинуть, как любовь возвратить им прикинуть. Нужно просто открыть в сердце дверцу, пожелать добрых дней и наверцу. От церковных молитв мало толка, если сам человек хуже волка. Так давайте же счастье лелеять, на других не пенять. Людям верить. Для любви нет границ, территории, и не страшен друзьям мораторий. Перестать над другими глумиться, а во благо страны потрудиться. Пока есть равнодушные люди, никогда мир счастливым не будет. Пойду, схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар? Я попрошу еще любви на сдачу. Извести мне, пожалуйста, 100 грамм той совести, что с краю, полкой ниже, просрочено. Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. А, вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что? На это деньги жалко тратить? А средства есть от жалости у вас? Микстура от тоски, сироп от скуки. Продайте мне еще вот этот шанс и крепкую настойку от разлуки, уюта мне семейного, мешок, чтоб высший сорт, другого мне не надо, и красоты вон той с пометкой «шок». Таблетки от неискренного взгляда. А дружбу как? Поштучно или на вес? Сегодня вы любезно продаете. Нет, не куплю, а просто интерес. Зачем так жить? И есть ли смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. Продажи зависть? Зависть не люблю. Продайте лучше 0,5 кило терпения. Доверие не нужно. В прошлый раз купила оптом. Ненадолго, хватит. Продайте все запасы слез из глаз. Моя судьба вам с радостью заплатит. Зачем?
а чтоб не плакала душа. У тех людей, в которых много света, ведь жизнь тогда добра и хороша, когда у вас в продаже боли нету. Нет, счастье на базаре не купить, но если мы научимся делиться тем самым счастьем и любовь дарить, то все плохое просто испарится. Я могу улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Я умею казаться порой такой легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить. Я умею терпеть. Я умею не выдать обиды, даже если душа будет сильно болеть. Ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют люди, порой говоря, вот счастливая, горя не знает. Я в ответ улыбнусь и скажу, не тая, разве счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, если плакать совсем не умела? Или душу больную утешить подчас, если бы вовсе своя не болела? Если бы я никогда не встречалась с бедой, и несчастье меня обходили, мне бы жизнь не казалась чудесной такой, просто я бы ее не ценила. Привыкайте счастливыми быть, просыпаться с улыбкой лучистой и со взглядом по-детскому чистым, привыкайте друг друга любить. Научитесь плохое не звать, предвещая заранее беды, вы ведите другие беседы, научитесь душой расцветать. Привыкайте добро замечать и ценить то, что жизнь удается, и за счастьем бежать не придется, будет счастье за вами бежать. Научитесь подвоха не ждать от людей незнакомых и близких, ведь у всех, у высоких и низких, есть желание счастье познать. Привыкайте не злиться на зло, а рискните помочь разобраться. Если кто-то вдруг начал кусаться, значит, в чем-то ему не везло. Научитесь прощения просить и прощать. Вам судьба улыбнется, и весна в вашу душу вернется. Привыкайте счастливыми быть. Вся наша жизнь лишь миг один, зависящий от нас, и от пеленок до морщин есть мост длиной в сейчас. А мы то вспомним о вчера, то завтра ждать хотим, но у небес своя игра. Семь правил и причин, живи, не нарушая их, чтоб душу сохранить. Когда закончится твой миг, тебя начнут ценить. Не нужно логику искать, ведь можно не успеть людей родных поцеловать и песню сердца спеть. Не нужно жить, чтобы в рай попасть, а нужно рай создать. Не клеветать, не предавать и жизнь других не красть. Бывает так, что атеист по совести своей поближе к Богу, чем артист, что в рясе для людей. Раз в сердце Бог, то рай в душе, а если там темно, то не пробраться в рай уже, по блату все равно. Простое счастье – жить любя, беречь людей родных, где завтра есть, там нет тебя. Ведь жизнь всего лишь миг, но от пеленок до морщин есть мост длиною в сейчас. Как жить, решаешь ты один. И ад, и рай – все в нас. Как важно бывает найти свое место и жить, размышляя о том, что нужен кому-то, что жить интересно, что есть и работа, и дом, что эта работа приносит достаток, и то, что она по душе, что день перегружен, что вечер так краток, и ждут тебя дома уже, что место найдется в любовном романе, и в деле, и в близких сердцах, что жизнь протекает не в телеэкране, а в общих делах и мечтах, что планов громадье, что чувствуешь силы и многое можешь отдать, что близкие люди здоровы и милы, и радостей не занимать. Счастливое место – не точка на карте, не пункт назначения в судьбе, а там, где вся жизнь пролетает в азарте, где рады и ты, и тебе. Когда уходите на 5 минут, не забывайте оставлять тепло в ладонях тех, которые вас ждут, в ладонях тех, которые вас помнят. Амар Хайям. Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь. Амар Хайям.